Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы все еще находимся в нарисованном мире. Место недружелюбное, но мы более-менее тут освоились. В последней серии мы много чего добились. Убили какого-то гнилого дракона, сгнившего просто. Там нас еще один такой же ждет. Получили Dark Ember, который нам нужно будет использовать на кузнеце. Да что ты творишь-то, мать твою, за ногу? Продолжаем исследовать этот замок. Вот в данном помещении у нас там был еще один проход, но мы в прошлой серии нарвались сразу на двух гаргулей, поэтому я предпочел убежать лучше, потому что очень уж много всего хорошего происходило в серии, заканчивать ее смертью мне не хотелось. А теперь, собственно, прекрасный повод сходить туда, проведать, что же у нас там в итоге. Так, опять эта тварь. Привет, я тварь. Я гонял вас за Артуром. Так. Ой, да хватит рогатя. Смотри, она все равно успевает меня хоть маленько, но цепануть этой своей гадостью. Ну ладно, хоть токсином меня не отравила. Тут мы еще не были. Тут нас кто-то луком стрелял. Из лука, вернее. Луком, представьте, да? Берет луковицу и стреляет. Так, тихо. Я к тебе туда хочу. К тебе попасть, я так понимаю, будет проблематично. Давайте спрыгнем, тут вроде как не убьемся. Жаль, в него прицелиться не могу. Это была прекрасная месть, на мой взгляд. Так, внизу у нас крысы, я их слышу. Что-то она бесится. У нас одна бесилась такая. Ты еще живая, что ли? Так, где мы в итоге оказались? Куда это мы спрыгнули? Был ли я тут? Сдается мне, что был, потому что вроде как я узнаю это место. Или нет? Так, тебя в минус. А, блин. Так, хорошо. Вообще, сегодня уже вторую серию снимаю, какая-то уверенность чувствуется. В прошлый раз, когда я тут был, уже шестая серия шла по счету. Я уже был натурально ушатанный, поэтому очень много у меня ошибок было. Сейчас пока со свежими силами у меня все неплохо получается. И я точно могу сказать, что меня тут еще не было. Потому что такое место с таким обилием крыс я бы запомнил. Там еще где-то крыс наверху. Ага. Ага, понятно. Все, понял. Сориентировался. Так, теперь нам нужно отсюда, потому что там мы уже бывали, там мы взяли все, что можно, все, что есть хорошее. Так, ты за мной погонишься? Нет, по лестнице наверх. А, скотина! Впирд, дак. Ладно. Так, тут много всякой погони. Вот типа такой. Даже не хочу с ними драться. Так. Тут опять же вы. Да идите в жопу. Ой-о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 й. Офигеть. Вот недооцениваю врага, да? 28. Практически 29 тысяч душ. Я сюда обязан буду сходить, вернуться за ним. Потому что это уже уровень, считай, целый. Так. Ладно. Ладно, ребята, ладно. Сейчас вы мне за это ответите. Просто хотел пробежать по-быстрому к бонфайру, да, пойти по новой исследовать что-то другое, но... Подожди. А, мое кольцо. Понятно, у меня же кольцо было надето. Ладно, хорошо. Давайте тогда наденем вместо него... Так, что у меня там? Змеиное колечко было, которое улучшало дроп. И теперь давайте посмотрим, хватает мне на поднятие уровня, нет?
Да, хватает впритык. Так, давайте повысим еще декс. То есть урон. Хорошо. Последнее место, которое у нас тут в фойе осталось. И потом пойдем дальше по мосту. Так, ну давай, ну что ты? Забак! Так, мне сейчас нужно куда-то... Куда мне тут? Где тут подъем? А, вот отсюда, по-моему. Подъем и спуск, вроде как, если мне не изменяет память. Или это тут? Я, честно, что-то уже не особо помню. Сейчас эти полезут. Да, эти самые. Так, ну давайте, ребятки, в очередь. Стрелы откуда-то летят. Что происходит? А, ой! Ой! Да что ж такое? Я опять тебя перехвалил. Так, ладно. Сейчас мы идем со своими душами и прекращаем тупить. Я уже просто, блин, хотел пробежать эти места, посмотрел уже, что я тут был, хотел вернуться. Да, блин, нет, эта игра такое мне не разрешает делать. Ладно, хоть успел уровень поднять. Так, ну давай. Да что ж ты... Вообще у меня ко второй серии, как правило, работоспособность по полной поднимается. Я начинаю как раз уже все конкретно вспоминать. В первой я еще маленько осваиваюсь по новой, после того, как долго в нее не играю. А здесь у меня в первой все было хорошо, а вторая полна боли. Ну да ладно. Так, тут мои души. Их не так много, но я предпочту их взять. Вообще отомстить этим уродам за то, что они со мной делали. Так, теперь... Откуда прибежал паренек, что со спины меня убил? Не понимаю. Так, ладно, вот спуск. Тут мы еще не были. Там внизу у нас факел. Или это братюня держит? Нет, по-моему, факел. И тут наверняка сейчас опять эти неприятные твари, у которых грудь колесом. Вот они вот меня, если их сейчас будет больше одного, вот практически наверняка убьют. Тут уж не судите строго, потому что очень неприятные твари. Тихо, это кто там? Ты кто? Это, по-моему, темный рыцарь? Нет, это колесо как раз-таки. Колесо чем плохо, если оно упрется в тебя, то оно всю выносливость тебе сшибает. То есть ты никуда от этого не денешься. И потом оно сшибет твою выносливость и начнет уже грызть твое тело. С этими ребятами нужно быть крайне осторожным. Бежит. Вот, собственно, про это я и говорил. Да блин, целься ты в него, он сейчас по новой начнет свою шарманку. Давай, выносливости нет. Давай, давай, давай. Фу. Так, минус 2. На будущее запомним, как минимум 2 этих твари тут есть. Уже плохо. По-моему, еще бежит, нет? Шлепание босых ног, не слышите? Вот нет. Я аккуратничаю. Я вот вообще в последних сериях стараюсь... Ой, твою мать! Поаккуратнее себя вести, потому что... Ой-ой-ой, сразу две. Так. Давай, молодец. Да, блин. Зацепил-таки. Потому что тихо едешь, дальше будешь. В данной игре это так. По крайней мере, в некоторых локациях. Некоторые лучше с наскоку пробегать. Блин, да сколько тут этих тварей? А, скотина. Ну, блин. Увидели, да? Вот это просто сказалось то, что анимация подбора действовала.
Я не мог ни откатиться, ни блок поставить. Это было очень честно. Очень честно. Твари. Так, какая-то серия за сегодня. По сравнению с предыдущей серией. Это, конечно, у нас не такая приятная, явно. Так, все, собрались. Ну, блин, тут уже не моя вина была. Ну, вот как я мог заблокировать, если там проигрываются анимации, которые никак не скипнешь этого подбора. И это другое, конечно, дело, что я мог просто не подбирать. Но я сначала начал подбирать, а потом уже через долю секунды увидел, что на меня катится. Я же думал, никого там нет. Ой, блин. Ну, давай, катись. Давайте этого сначала сагрим, который тут в углу стоит. Так, ладно. Один готов. Тут их 5, что ли? Или 6? Сложно сказать. Так, теперь ты ко мне, дорогой, давай. А, скотина, все равно цепляет, а? Так, минус 2. Ладно. Да не лезьте. Колесо взял. Зачем мне колесо? Оно как щит может действовать. Точно, смотри. И защита у него неплохая. Но вот такая защита у него гораздо хуже. Не вариант. Мне нужна 100% защита в блоке. Так, сейчас я пойду сюда, на меня выкатится еще одно. Вон оно. Зачем я его пинал? Так захотелось пнуть что-то. Да не лезь ты, мать твою, за ногу. За руку тоже. Так, трое в минус. Не спешим. Подлечимся. Чтобы уж наверняка. Посветлее бы было, конечно. Вон там один стоит, я его вижу вроде как. Да. Да ты скотина. Просто подбегаешь к нему и уже цепляет. Уже. Так, а где еще один у нас тут может быть? Даже не один, а двое, на их сразу на меня покатилось. Вон один. Скотина. Так, лечимся. Осталось еще одна, нет? Я не могу сказать, честно говоря. Да, стоит там. Я даже не уверен, одна ли она, поэтому давайте-ка мы лучше. Тише едешь, дальше будешь. Не хочу по новой с Bonfire это все переживать. Ой, это не ты. Да хватит кататься, мать твою. Так, хорошо. Еще есть пациенты? По-моему, больше быть не должно. Вот их тут дофига было. Серьезные противники. Так, побежали своими душами. Там не так много, но, в принципе, с них уже набирается довольно по-быстрому. Довольно большое количество. Так что у нас уже опять 11 тысяч. Вот здесь качаться было бы очень легко. Ну как очень легко? Умирать приходилось бы постоянно, но зато и души дают хорошо. Так, это у нас, похоже, вот сейчас поднимется, если мы сейчас этот рычаг начнем дергать. А больше тут ничего хорошего я не вижу. Ну да ладно. Ну да ладно.
Или нет? Что это нам дает? Ух ты! Супер. Слушай, я знаю, где эта дверь. Это где гнездо горгульи было. Это сильно хорошая, годная помощь. Подожди, может это иллюзорная? Точно. Проблема данной игры в том, что если тебе открывают какую-то секретку, это не значит, что там ждет что-то хорошее. Погоди, я что-то был. Это я сейчас попал обратно в ту систему. Ту систему туннелей. Да-да-да. И вот тут у нас выход, по-моему, да? Ой-ой-ой, нахрен я вообще сюда попёрся. Ой, в туннелях с вами будет очень весело, ребята, драться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, по идее, уже можно даже помереть, потому что больше меня тут ничего особо не ждет. Так, ладно, нафиг, возвращаемся. Мы тут были. Ну, везде тут были. Или не везде. Будет очень печально, конечно, что-то пропустить. Но лучше, ну и он нафиг. По-моему, мы там везде были. Не хочу по-новому с этими тварями драться. Так, ладно, отлично. Мы открыли ту дверь, где наверху там горгульи обитаются в больших количествах. Самые неприятные твари данной локации. А внизу там была закрыта дверь. Каким-то образом было написано. Теперь я понимаю, каким. Так. Ну, собственно, туда и пошли. Больше тут нам в этом дворике делать нечего. Добрый день, ребята. Интересно, мне на голову сейчас ничего не упадет. Они любят такие приколы. Так, подъем. Может попробовать подняться к самому верху их гнезда? Там что-то очень хорошее блестело. В принципе, мне сейчас терять особо нечего. Почему бы не попробовать? А потом уже пойдем по этому туннелю. Мне кажется, это будет уже такое продвижение вперед, очевидное. Возможно, даже к выходу. Мне охота быть полностью уверенным, что я ничего не пропустил хорошего. Так, ну вот там, собственно, у нас этот второй дракон обитается. Первого мы уже убили. Так, а мы попробуем подняться повыше. Я, конечно, думаю, что это будет очень проблемно со всеми этими горгульями. Ой, иди нахрен, а. Да-да-да. Настрадаюсь я еще с вами. Ой, две. Так, ты еще живая, что ли? А, нет, 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 вот только не это, хватит трахать мой мозг. Фак мой мозг. Я так и знал, блин, но что-то же там есть наверху. Какое-то гнездо. Блин, но пробраться туда будет очень сложно, я так понимаю. Скоты. Скотобазы. Ничего, я еще сейчас туда пойду. Они думают, они меня так сломают, что ли? Хрен бы им. Добрый день. Давай, давай, пес. А ну себе дерни, пес. Так, у нас ребятки. Все те же. По крайней мере, свои души-то я там не буду оставлять. Их не очень много, но, блин, все равно мое.
кто-то там наверху. Я вообще не представляю, как это возможно при таких сильных врагах пробраться по такому высокому коридорчику наверх. Там дальше-то все хуже, потому что там все уже и уже коридорчик, а твари все больше. Я просто, если в блок даже уйду, вы помните, я в блок ушел в Анорлонда, и меня темный фантом скинул именно из-за того, что от удара я отскакиваю. Вот и здесь такая же ситуация будет. Так, чё, братень, ты можешь ничего не сделать, нет? Может мне тебя стрелами подолбить? Это у вас танцы такие брачные, что ли, я не пойму. Блин, у меня стрел-то немного. Ну как немного? Нормально. Другое дело, что на вас они не особо хорошо действуют, надо отметить. Двоих сразу задеваю? Отлично. Или они друг друга долбят помаленьку? Ну, а сейчас нашпигуем вас, как подушечку для иголок. Сами не рады будете, что ввязались в эту авантюру, твари. Я вам покажу, как меня убивать. Так. Да, блин, хары дергаться. И так стрел мало. Со дна. Так, хорошо. Воспользуемся вашей тупостью. Раз вы пользуетесь своим количеством, я тоже буду пользоваться. Да, ёлки-палки. Хорошо. На две погони меньше. Нас ждет долгий путь наверх. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, если они атакуют меня по новому, мне лучше будет сюда же отступить. Сколько их тут еще? Штук 4, по-моему. Так, он бежит одна. Тише едешь, дальше будешь. Уже неоднократно себе эта тактика показала с лучшей стороны. Так, ты что творишь-то там? Урод! Так я тебя не задену. Ты, может, саму убьешь стая хотя бы. Да блин. Ага, все нормально встало. Так, раз. На вас средний стрел по 12 уходит. 2. 3. 4. 5. Мне просто интересно, что там такого хорошего, может, наверху. Если там какая-нибудь душа гордого рыцаря, то это будет печально, по-моему. Но того явно не стоит. Просто интересно, что же там лежит. Так, ладно, ты прилег. Честь тебя выпала. Сувенир. Ну, тоже неплохо. Правда, не знаю, для чего. Ну, по крайней мере, что-то дропается уже хорошо. Так, ладно. Там у нас что-то лежит. То есть мне можно сейчас... Ой, ну его нафиг. Это лучше потом, когда с основным призом разберемся. Уже можно будет с этой лесенки туда спрыгнуть. А, все, смотри, их больше тут нет. Так, вороны, ну-ка пошли отсюда. Теперь это мое гнездо. Ой, вон еще одна. Я не могу сказать, что мне он хоть как-то нужен. Но, по крайней мере, не знаю. Не так уж и плохо, по-моему. Red Sign это, по-моему... Не знаю, потом разберемся. Это, по-моему, что-то с темными фантомами связано. Душа. Так, ничего хорошего, короче говоря, это я особо не нашел. Но, по крайней мере, душеньку-то успокоил. Так, ну, я думаю... Блин, нужно ли мне возвращаться назад? По идее нет, потому что у меня и фласков полно. В
Другой вопрос. То ли мне идти тут поверху и драться с этим непонятным еще одним драконом. Ладно, хоть второй не ожил после того, как... Это что это такое было? Ладно, хоть второй не ожил, пока я... Короче, когда я к бонфайру подбежал. Так что я думаю, придется его все-таки потом убить. Просто чтобы посмотреть, вдруг из него что выпадет. Может, еще один Dragon Shard. Но вообще, давайте смотреть, что у нас тут внизу. Что у нас открылось. Там вдалеке я вижу завесу. Но я так понимаю, до нее еще нужно дойти. Так. Я еще ожидаю подлянки какой-нибудь. Ой-ой-ой, тихо, блин. Только отпустил блок и сразу же хапнул стрелу. В ту же секунду. Ага, вот примерно таких подлянок я и ожидал, поэтому шел медленно. Так, хорошо. Че, посоревнуемся, что ли? А, скотина. Опять мои понты меня угробят. Смотри, живой еще. Ну ладно, это глупо, по-моему. Тем больше, что он умирает с одного удара. Да твою мать. Ой-о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 й
Вот оно страшное дело. Ты посмотри на его размеры. Tower Knight — это всегда плохо. Так, я не попал, что ли? И драться с ним в таком узком коридорчике будет очень весело, я думаю. Давайте подлечимся. А, блин, я должен убить тебя с первого удара. Хватит уже смертей на эту серию. Ой, какое у него копьище огромное. Ты посмотри. Или это не копьище? Второй. Уф, ладно. Могло бы быть страшнее. Он сам по себе силен, но что-то мне просто поперло. Нормально такого ушатал. Так, а где дракон, кстати говоря? Он же тут где-то тусовал. Или это баг такой был? То, что после его убийства он по-новому отображается у меня сверху. Не знаю, честно говоря. Ну ладно, этого мы убили, так что... Все нормально вроде. Ой, блин. Можно было его просто столкнуть, похоже. Хорошо. Это, я так понимаю, битва с боссом. В принципе, мне вот эти 20 тысяч душ не особо жалко, потому что, блин, они тут очень легко уже стали набираться. И вообще у меня уровень уже достаточный. Ну что, пойдем. 80 фласков, я думаю, нам хватит. Смерть с косой. Так и будем стоять, дорогая. Еще с одного удара меня как напополам. Ты кто? Один из нас или нет? Если ты пролез в этот мир, уходи, короче, отсюда. Если ты меня ищешь, то ты меня не получишь. Я примерно так перевел, но я думаю, вы смысл поняли. То есть его можно не атаковать,
Ой, блин. Мне, конечно, твоя коса внушает. Но не тот персонаж у нас поп-коп, чтобы просто так оставить девушку в покое. Ему обязательно нужно будет ее убить. Ох, смотрите, какой у нее пушистый хвост. Так, куда потрогать. Блин, ты босс или ты NPC? Мне можно тебя убивать, нет? Ты должен возвращаться, откуда ты пришел. Это земля мирная. Ты не принадлежишь этому месту. Умоляю тебя, возвращайся домой. Я тебя так многого ожидала. Ну ладно. Тихо, это... Ты невидимая, что ли? Ох! Это, по-моему, была ошибкой. Какая же все-таки падла этот поп-коп. Ведь просили его, уходи, уходи. Нет, полез. За это я гребем сейчас, похоже. Так, только по следам, если судить. Тихо, идет. Да твою мать, она... Да это, по-моему, вообще просто... Я не знаю. Офигеть. Как я должен с ней драться? Она же... Она еще сносит так много. Ну, ребята, я думаю, вы понимаете, да, чем наша первая попытка закончится. Так, вот сейчас ты ударяешь. А мы после этого... А, скотина. Кровопотери мне только не хватало. Так, ты где? Так, вот сейчас ты ударяешь. Нет, вот сейчас ударяешь. Бежим, бежим. Так, надо маленько, чтобы кровопотери ушла, а то, блин, я точно сейчас кровью начну истекать. Так, ты где-то тут около меня. Сейчас будет удар. Или не будет? Да офигеть, это, по-моему, уже просто ненормально. То, что босс не видим, мы даже жизни его не видим. Я задел его вообще, нет? Так, надо бежать. Нет, это, по-моему, нереально. Ну, то есть убить мне по-любому придется, чтобы отсюда выбраться, но я просто не знаю, как. Да где ты, мать? Молчи и распишись. Ну давай, да не тяни, уже дохни. Все, наконец-то. За что? Потому что я могу. Присцилла, скотина. Нервов мне попортила. За что? Как за что? У меня есть копье. Вот за что. 30 тысяч душ. Отлично. Так, ну все, я так понимаю, выбираемся отсюда. Это был не самый простой бой, надо отметить. Не то, что был каким-то там интересным, он скорее был непонятным. Так, больше ничего нет. Ладно. Ничего. Неужто мы выбрались? Мы насквозь прошли эту локацию, то есть полностью исследовали, по-моему. Возможно, здесь какие-нибудь NPC были бы. Будь я в человечьей форме. Нас труднее сказать. Ответьте, если что, еще раз ходим сюда. Если тут действительно что-то хорошее. Если можно, конечно. Я думаю, можно. По-моему, не было еще локации, в которую нельзя было возвращаться. Так, ну ладно. Неплохо так сходили. Единственное но... Это то, что... Это то, что их тут... Просто банда. Я и забыл, какие его подвижные.
Да твою мать. Я, честно говоря, не хочу с вами драться. Добрый день. Блин, за мной, по-моему, вся шобла гонится. Раз, два. Сейчас передумает, я думаю. Так, надо возвращаться к бонфайру. Да отстаньте от меня, пожалуйста. Мне просто на вас время тратить неохота. Так. Блин, как приятно вернуться в Анерлонда. По-моему, круто. Подожди, там закрыта, что ли, решетка? А, нет, это понятно, это лифт. Так, ну что, идем к бонфайру. Офигенный лифт, надо сказать. Этот нарисованный мир, по-моему, был крайне неплох. Блин, ну ты поднялся, ой, опустился бы обратно. Это сейчас эта погоня меня нагонит. Это будет уже не особо хорошо. Ладно. Отлично. Так. Что пишут? Хоть обитаемой местности, тут уже побольше надписей. Потому что в этом нарисованном мире, как я вижу, не так много народу ходит. Good luck, praise the sun. Все стандартные дела. Уф, ладно. Ну что, давайте на этом прекратим эту серию. Следующий, я даже не знаю, чем займемся. Либо дальше будем продвигаться по Анерлонду, либо попробую вернуться назад в Андетбург. Возможно, мы там сможем сходить. Где-то там, говорят, есть рыцарь. Мы получили ключик, когда убили бабочку, по-моему, или после нее где-то там. У этого рыцаря можно будет взять кольцо, которое отменяет все штрафы на тяжелую броню. То есть для нас вещь будет полезная. Но это будет в следующей серии. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.